Потому что есть очень пикантная тема. Девушки и женщины бывают иногда в особенных положениях, но при этом стараются прийти в храм, хотят прийти в храм. И вот духовенство делится на две части. Кто-то говорит, что этого делать нельзя, кто-то говорит, что физическая жизнь не имеет никакого отношения к духовному. Значит, по поводу критических дней жизни женского пола есть конкретные церковные традиции, что женщина в этом состоянии, она не должна прикладываться к святыням, но в храме она может находиться и стоять, ну, в задней части храма. В этом нет никакой, так сказать, тайны, и причем тут там священники, не священники. Это четкий канонический подход церкви православной. Она не может участвовать в таинствах в этот момент, но в молитве... Как химн? Ну, в таинстве причастия. Например, она не может причащаться. Вот. Соответственно, соборование. Поэтому она может стоять молиться, но в таинствах участвовать не может. Она может исповедаться даже, но приложиться к кресту и к Евангелию ей в этот момент нельзя. А свечку она может поставить? Свечку лучше передать свечку. Дать, зайти в храм и свечку через кого-то. Через кого-то. Записки написать? Записочки, да.